сколько я рисую. Рисование мне нравилось с детства, плотно этим занимаюсь последние 15 лет. Для меня это не просто увлечение, часть жизни. Мне это нравится делать. Картины нравятся людям. И это приносит большую радость. Их написано уже достаточно много, находится в разных странах. Сейчас уже в Китае имеем возможность выставляться в галерее. Вы можете это все видеть.